А компания Акуафон сентябре сезон заят гала риртун Дмитрий Гоза. Ашук сялак за незнаком коапсы рапхера ритунайт слабракурахинерц. Аха финал уалар чазыгарзит. Язгуата нью автобус крыл автепхны улы ракобзи избу ауа апхера ритуны фечакаргара. Аши шанзы Акуакалы келгуаны ауапсы раргуалы казары лахчыхзы эйзэхян. Егалэйц хатрмашинала и дуклазги. Ария сезон шук гулан фейтап крыла. Юныз кивяв шуксы ячхарпшу зара машина куги хайратшан. Дмитрий Гоза, ефею генерейхана автепхны Хазара Джудук Галун. А этап Курлсфе Курла Акпия Тывана с Глаздейлкана Дыган. Уй, а профессионал Дафтайпхнил и Назги Дмитрий Гозая, Захату Иван Лукашевич Ягун. И Хара Гахопшую Чайн Дересерзата Найвудбе Тывана с Гало. Алексей Карачев и Дмитрий Гозая, Рулшара Куйгаран. Уртребжара Айсла Брохоми Кусран Иган. А квалификация Лсфе Курла Дмитрий Айбетбе позиция Хон Тыдуклый. Сентади мичи дуба эл айн датлара дам там афирко матчем ко яцен. Харахав тепхну илы Дмитрий Гоза финалах на матчке и кумчит. Акпи айцла брахна ярад за цин датлоз арпас и машина датшхасует. Абасала Дмитрий зигрыштых дынхэй дуз шагу с гидрахизана аж бэпи тып има на финиша бандзадайт. До этого уикенда у меня была очень комфортная ситуация. Мне надо было доезжать, грубо говоря, два раза там на четвертом месте, и я был бы второй, да, вице-чемпион, получается, в чемпионате. Но меня стукнул Андрей Агафонов и развернул. И, соответственно, я начал прорываться с последнего места, потом еще раз меня развернуло и доехал до девятого места. В итоге по очкам мы с Алексеем Карачевым сравнялись. Акпи айпхнуйлара анаюс ахопшит шалбана машина куйру хопшон автоипхнуйлы тверна пунтака рамархон. Автограф сессия ванги Дмитрий Зиги и Чарлыйкауэт. Ашук сига хайц клапшман Дмитрий, яйра кайхбон, буржебра хайт и бахар гвард сазыхан фяча автодромач. Яйра изэх ахшот, айбут пязэздач, яхайэхны и дшук гула агурахгон. Я слежу уже второй год за его успехами, вот, ну он, конечно, вот кончик. Как будто от рождения, вот на самом деле, хоть он недавно начал заниматься этим, но у него получается это здорово. Такого давно не было, вот именно на этой трассе, чтобы так с самого прям начала, вот очень много аварий было. Вот, но он справился и проехал, как мы видим, девятым. И я думаю, второй гонкой у него все получится. Айбе пяй пхнулерами послан и вюх бы минут харапа Дмитрий Гоза, айбе пя тып ныкалит. А финиша он задает Иван Лукашевич Иштых. Дима, совершенно заслуженно, очень Лучи! Рад, горд за тебя, ты крутой, поздравляю. Спасибо, Вань, спасибо. Твоими стараюсь. Дима, ты тебя сегодня приехала по Абхазии болеть, но давай твои эмоции. На самом деле, я вот уже говорил, это очень сильно мотивировало и поддерживало. Спасибо всем, ситуация была намного сложнее, чем мне хотелось бы, но удалось завоевать второе. Счастлив? Место. Конечно. Дышать просто не могу пока. Меджи Дюйба Эл ураспыла чемпионат хавты пхнуйлыйзы, кучьярлый хоркшахайт арадзан дапсахайт. Дмитрию Глазаеву вручается кубок, генеральный директор гоночной серии Мисс Жест. Я выложился по максимуму, и результат получился благодаря не только моим стараниям, да, и Ивана Лукашевича, который меня тренировал, но болельщикам, ребятам, которые приехали поддержать. Я на самом деле всем благодарен. Спасибо вам большое, что вы есть, что вы приезжаете, что вы болеете. Спасибо компаниям Аквафон, Амрабанк, РНТК, которые меня поддерживали в этом сезоне. Я, конечно, не выиграл его, но вы знаете, когда ты едешь в одном чемпионате с таким гонщиком, как Иван Лукашевич, второе место достойно победы. Ишгуала харшюту из кивявшихся за рабхапи апсуавты пхнуйлы Дмитрий Гоза, а мичит уйба элу распыла тша чемпионхас. Яхлепи антазы яра ауктак духа имов. А финанс тыгылара йор у распыла ма Европа, а чазыпа зарапа и рацитой.